Мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Не забудьте подписаться на мой канал Нубас. Самые интересные видео про игры только здесь. И всем привет, с вами я, Александр Сычков. И вы, наверное, видели мое видео про антигриффит шоу в реальной жизни номер 5. Продолжение. Это было мое последнее видео, в котором участвовал именно я, ребят. Больше, как я уже сказал, антигриффит шоу не будет, вообще не будет его. То есть снимать я перестал. Все. То есть лето заканчивается сейчас. Сейчас. Я даже не знаю, какое август, оно уже за 20-е уже где-то. Но я точно не знаю просто. Но вряд ли я, наверное, буду больше снимать. То есть все это снималось вот в этом месте. Так я видео и назову. Вся правда о Нубас. Вот так вот я назову это видео. То есть в этом видео я буду рассказывать, как вообще это снималось все. Вообще я только решил вам показать, как снималось именно антигриффит шоу номер 5 продолжение. Так как я сейчас в данный момент здесь. Вот такие вот здесь камни. И здесь по всей дороге, ребят, раскиданы, разбросаны, ребят. Так, ну что ж, да, конечно, по ним не пройти. Кстати, у меня так пальцы и остались. Так, это чехол. То есть, вот такие вот пальцы у меня остались. Краска, то есть. Тут тоже так есть. То есть, краска реально не смывающаяся. Ну, короче, вот камни. Сейчас. Вот такие вот булыжники, ребят. Вот здесь разбросаны, ребят. Чтобы дойти до сюда, блин, это целая история, блин. Конечно. Даже пальцы испачкал немного. Там видно. В общем, ребят, вот как-то так. Конечно, я вам немного даже вру. На самом деле, здесь есть дома и даже река. Так что, ребят, все, что я говорил, показывал в антигриффит шоу номер 5, это все фейк. В общем, вот как-то так я вам расскажу. Ну что ж, ребят, вот так вот я хожу по дороге, то есть мы ушли с этого поля, так его можно назвать, который без домов был, и пришли вот сюда. Ну что ж, ребят, мы сейчас в Америке находимся, в США, штат я вам не скажу, но это секрет, потому что... Ну что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сычков, ставьте лайки, подписывайтесь здесь на мой канал Нубас. Даже если вы не поставите мне лайк, я не обижусь, ребят. Потому что реально я вас обманывал, целых 5 серий антигриффит шоу. Ну, в общем, ребят, всем спасибо и всем пока.